На первую точку мы приехали на Димо. Висели на деревьях задание. Да. И мы рассчитали строки и строчки, узнали буквы. Девочка подтвердила, и мы поехали дальше. Поехали к музыкальной школе. Там были картинки, 4 картинки. Нужно было найти, что их объединяет. Уже только когда проговариваешь, понимаешь, что это очевидно. А так вот смотришь, и хром, ну что, и хром. Ага, лиса, тигр, что там и что. Да, лев. Уже потом муж догадался, что это были браузеры. И потом поехали к афганскому парку, там были шарики, 3 шарика, и нужно было в одном из шариков найти букву, подсказку. Первого. И мне повезло первый раз, наверное, в жизни. Я взяла первый шарик, и в первом шарике была подсказка. И прямо на скамеечку мы сели туда и составили слово «хеликоптер». И мы догадались, что он у нас тут возле парка. Мы волновались, да, что мы не составим, потому что какие-то странные буквы были в начале. Потом уже как-то выписали их в один ряд и соединили. Участие уже в 3 хантерах, пропустили только первый, и пока нам кажется, что этот самый интересный. Интересно выполнять задания, а не только бегать по точкам. Мне нравится, что есть логика. Есть логика, нужно подумать, а не просто бегать и узнавать места. Во-первых, это очень интересно. Как-то разукрашивает будни, потому что ты работаешь, учишься, ничего особенного. Ну, как бы это интересно. Нам нравится. Энтер объединяет.